19 сентября в Тобольске будут работать палатки здоровья. Их развернут на трех точках. Это старый корпус 16-й школы, а также 14-я и 17-я школы. Здесь можно будет поставить прививку от коронавирусной инфекции, а также сезонную от гриппа. Но также вакцинацию можно будет пройти от гриппа во многих школах, где расположены избирательные участки, существуют медицинские кабинеты. Там тоже будет развернуты прививочные пункты, и любой желающий будет иметь возможность привиться. Хотелось бы отметить, что ограничений все-таки для вакцинации очень мало в настоящее время. То есть это либо обострение какого-то хронического заболевания, если есть у пациента, либо какое-то острое состояние в данный момент. Для того, чтобы поставить прививку, необходимо быть здоровым, иметь с собой паспорт, страховой полис, а для вакцинации от COVID необходимо взять и СНИЛС.